Вы смотрите обзор товара ТУЕС круглый чистый, Береста, диаметр 10 градусов Цельсия. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Берестяной туесок известен по многим народным сказкам и легендам. Это короб цилиндрической или овальной в сечении формы, выполненный из березовой коры и снабженной крышкой. Туески использовались для хранения продуктов питания или мелких вещей. В туеске можно хранить свежие или моченые ягоды, сушеные грибы и фрукты, муку и крупы. Если все прорези, которые делаются при оплетке, заделать клеевым составом или пчелиным воском, то в такой туесок вполне можно набирать воду и некоторое время хранить ее там. Хранили в туесках и мед, что тоже требует от стенок герметичности. Бреста препятствует появлению вредителей и микроорганизмов. Сложенные в берестяной туесок продукты питания долгое время остаются свежими, сохраняют свои вкусовые и питательные качества. При этом, бересты не подвергают обработке защитными составами, продукты питания, хранящиеся там, не контактируют с синтетическими материалами. Во многом такая способность бересты обусловлена ботулином и дегтем, естественными антисептиками, входящими в ее состав. Береста не привлекает вредителей и не станет источником грибка и плесени. Березовый туесок очень легок и в то же время довольно прочен. Он легко переносит воздействие прямых солнечных лучей и не выцветает со временем. Может переносить высокую влажность, хотя замачивать берестяную посуду не стоит. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.